Жительница села Большое Гондура Элисос Анасаровна Мовсисян – одинокая пожилая женщина. Из-за неимения дома бабушка Элисо поселилась в здании, которое является бывшим зданием сельской больницы. Бабушка Элисо живет в здании, где нет элементарных условий для жизни. Нет воды, двери и окна сгнившие, стены осыпаются. Teach me, Bonham. Harsh, Morris Discovery. Morris Mirrorist. Yes, my notes are in that. Is what's any good? I still go. Do moon below. Is meeting a sort of changing in a color. Zoro one, Zoro one, get on dealing in the umber. Paramara, thanks to Mr. Henzi. Белички паники, не мир там, санут болен. А, дыхайки не хочу, я не мгэ. Газы, я не мгэ, бэгди газы, хочу не. Эйш мэ, анман. Дыра, я не мгэ, инчи сын. Амэ, инчи, я не мгэ. Вары лики паны, амэ, инчи. Родилась бабушка Элисо в 1939 году. Всю жизнь я работала уборщицей здесь. Так и осталась здесь жить, отметила бабушка Элисо. У бабушки Элисо нет никого, кроме брата, который живет в Ереване, который иногда и помогает. Элисо Мовсисян получает пенсию и социальную помощь от агентства социального обеспечения, которое хватает только на питание. Основной проблемой 78-летней одинокой женщины является приобретение топлива в зимний период. Собранная пенсия за несколько месяцев тратит бабушка Элисо на дрова в зимний период.